В Тюмени сегодня назвали имена лучших педагогов области. Конкурс проходил всю неделю. На главный приз претендовали сразу 60 человек. Победителей выбирали в 4 номинациях. Больше всего наград в этом году у специалистов из Тюмени. Лучший психолог Елена Батищева работает в 158-м детском саду. Воспитателем года стала Ирина Куценко. Ну а звание «Учитель года» получила Марина Тимофеева. Она преподает физкультуру в Барховской школе. У победительницы конкурса 20-летний педагогический стаж. Сложная. Да ничего, в принципе. Я была готова. Была немножко неуверенность в себе. Теперь она у меня и точно есть. Я знаю, что меня очень сильно поддержали коллеги, очень поддержала детская студенческая жюри в первый же день. Поэтому я шла по конкурсу с уверенностью в том, что все будет хорошо.